я решил сделать небольшие влоги по православию, потому что тема не раскрыта. Вот. Никто о ней не разговаривает. Рисовать она помогает. Типа мозг развивается. Вот. У меня сейчас картошка жарится. И что самое прикольное, когда начал банчить водой, то начались кошмары, когда я перестали появляться. Смотрел сериал «Друзья», там люди-звери были, они начали ко мне в голову залетать, спрашивать из прошлого, как я поживаю, кем я живу, кто мой там папа, мама, кто моя жена, вот. Начали перерисовывать этих семи архангелов, которые якобы ко мне в прошлом приходили, рассказывали про соль, которые пили эти апостолы, чтобы читать, слышать мысли, вот. И вроде как начало получаться. Типа, Украина является частью Римской империи, и там поэтому ребята, которые за стенками сидят, слышат, они уже не святые, они как ангелы могут давать советы и рассказывать, чем ты похож на нас, там, что у тебя в руках, что у тебя в рукаве нету. Вот. После этой всей билиберды мы планируем нарисовать такую фигню, как математические формулы, там разные логарифмы, функции, потому что это еще более ужаснее, чем деяния кого-нибудь Еноха и Танаха. Вот, термины там по учебе, кто круче, работодатель, либо там девочка, которая ответила.